Это вот надо было сказать на камеру. Тут, короче, такая ситуация была. Только что Марина покалечила свой Samsung. Значит, можно сделать демотиватор. Марина – убийца убийцы айфонов. Просто доверились тебе как... Не верь! Как эрудированному человеку. Специалисту. Я по воду никуда не пускала. Смотри, у всех зонтики. А что, мы... Почему идет дождь? Философский вопрос. Зачем он вообще нужен, да? Все, что есть в мире, можно подвергнуть сомнению. Даже дождь? Да. Но единственное, что нельзя, в чем нельзя сомневаться, это в собственном я. И я. Ты. Личность, я. В собственном? В твоем именно? И, ну, каждый человек. Или в каждый в своем? Ты знаешь, что есть я, точно. А если начнешь человек, сомневаться? Ну, в этом никак нельзя сомневаться. Если ты начнешь сомневаться в себе... Сам то, себя уничтожишь. Как бы, то есть, как бы, и вообще тогда ничего не может быть. Да. Ну, ты ощущаешь... Да, ты просто подумай, вот, что ты есть, а тебя до этого не было, и потом тебя опять не будет. И все, и ты прямо сейчас начнешь сомневаться в собственном я. Вот прямо сейчас давай начинай. Нет, не сомневаюсь. В космосе. Так, ну тебя лет через... Ну сейчас-то я есть. Ну, грубо говоря, пусть даже 90 не станет. Че там, садик закрыт, да? Приехали. День России. Ответили. А почему идет дождь? А почему нельзя сомневаться в собственном ты? Она мне сама сказала, в четверг приходи. Андрей. Ты дурак, вообще правильно подумал. А, какой дурак, глядя на небо, что скоро будут тучи, говорит. Я не говорила, что ты как хочешь, Сергей. Говорит. А почему бы не пойти в футбол? Ведь лето, 18 плюс. Пойдем по магазинам. Это было не про температуру, наверное, сказано, 18 плюс. Сейчас пойдем продадим Samsung. Разбогатею. А в другом? 50 рублей. У меня. Грязные. Тут немножко непонятно, но Марина нашла деньги. 50 тысяч рублей из земли только что подобрала. Ой, мне кажется, это дождь. Вот так вот. Дождь это значит к богатству. Видите? Я вот каждый раз, когда снимать выходной дождь начинаю. Стабилизация, холодно. Лето! Где ты? Ну, вопрос лично к лету. Стой, иди, ну давай. Одели куртку, тоже раз, я же не говорила. Она не говорила. О, кольцо! Покупай шашлык. Шашлык. Купили шашлык. Все правду скажу, что есть, что будет. Чего не будет, да? Позолоти ручку. Сейчас я тебе позолочу. Ты же знаешь, что я цыган? Тёп, и то редко. А сейчас как-то я вот на рынок не это. Потому что в магазине постоянно вот такие. Вот если бы ты ходила все время в магазин, то сейчас бы на рынке тянула. Итак. И лицо такое же. Мы перешли в пункт назначения Тец Крас. Слышите какие-то мысли? Мысли. А, здесь мысли. Надо пить. Слышишь, он здесь? Марина хочет шашлык. Я хочу шашлык. Покажи, как ты его хочешь. Хочу шашлык. Теперь у меня есть 50 рублей. Это было 100. А, ты нашла 50 рублей? Да, мне надо еще 100 рублей на шашлык. Так надо искать их. Это что, надо теперь слить всего? Личность. На шашлык. Нельзя переходить на личности. Никогда. На шашлычности. Шашлык. Марина предложила поискать шубы на развес и купить на 50 рублей. Рублей. То есть на 1 евро. Только надо сначала разминать в банке, чтобы было солиднее 1 евро. Да, Марина? Нет. Как думаешь, сколько... Чубы получится на 1 евро.
Или получится, или вообще. Может же не получиться. Может не получиться. И Марина останется без шубы. Я вообще получится в любом раскладе без шубы. Марина уже палец уже сувала. Марина, сейчас я тебя оболью. Давай. А, че это, блин? Как ты? Будешь пенку? Да. Это на пиво там тоже. На алкоголе. Позвал. Стекло не. Да я вижу. Это же не семечки. Я. Она тут была? А вы поперек ее засовываете, в орлину всем войдет. Да-да. Red in this bitch like my dick when I'm mailing. Step into the building, double shot off top. They banging Biggie one more chance, followed by Tupac. This bitch packed like Zuccotti during Occupy. And we dancing on the couches like, fuck your couch, nigga. Yeah, remember that Dave Chappelle shit?